станция метро Поштовая площадь. Вот такая вот тихая станция. Здесь всегда немноголюдно. Такой вот витраж интересный. Как будто кристаллы. Шикарно так сделано. На первый взгляд, как будто там фольга. Я не знаю, может, он так и есть. Да. Ну, такая вот станция немноголюдная, она, в принципе, всегда. Тут не бывает часа пик. Мало народу. Летом, конечно, побольше, когда на пляж едут люди. Потому что рядом пешеходный мост в пешей доступности. А сейчас зима. Она пустая. Какие интересные колонны здесь. Вот эта вот станция Поштовая площадь, синяя ветка. Что интересно, здесь можно посмотреть вот этим витражом, за ним, вернее, за счет чего он светится. Ну, здесь есть вот такой проем. Ну, такие вот лампы там в середине. Кто-то случайно выломал. Ну, а сам витраж, конечно, шикарный. Ну, какая вот